Эй, Стас, может быть, немножко попидрим сегодня? Да, давай, я не против. А возьмете меня в свою компанию? Конечно, но единственное, не вписывается Алиска. Нет, я вписываюсь так, как надо. А что ты будешь делать? Пидорить вас. Бро, здорово, задерживать тебя не буду, обязательно поставь палец вверх и приятного просмотра тебе желаю. А также хочу поблагодарить своего спонсора GTA 5 RP. Это 100% лучший сервер, на котором ежедневно играют более 10 тысяч игроков, регулярное обновление, внимание каждой мелочи и насыщенная ролевая игра. Ты можешь быть кем угодно, пожарником, полицейским или даже бандитом. Поверь мне, это то, что тебе действительно понравится. Для того, чтобы начать играть, достаточно иметь лицензионную версию игры GTA 5. Ну а также по моему промокоду MATSONI ты получишь на свой игровой счет 12,5 тысяч долларов. Ссылочка будет в описании. Залетай. Подождите, что-то я... Это реально? Ну, типа, я видел, как там летают, но просто здесь просто на монтаж было похоже. Не, ну, что-то было очень максимально на монтаж сейчас похоже было. Ну, реально, очень сильно на монтаж было похоже. Нью-Йорк рат, eat your heart out. Знаете, сколько эти маски стоят? Пиздануться просто. Ебануться, как много стоит. Такая маска будет стоить в среднем от 55 до 60 тысяч рублей. Это без учета доставки. Плюс учет доставки, маска вам обойдет где-то 85-90 тысяч. А, что там прям совсем груженый, хорошо. Блин, сейчас, мне кажется, назад поедет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Твою мать! Блять! Там, ебать, там тип вылетел, видели? Осторожно! Блять, это очень стрёмно. А какого хрена у него произошло? Ничего, они тормоза отказали, что ли? Пассажир самоубийца, и ты куда поехал? Да? Ну, кстати, да, чувак просто берет, открывает дверь и начинает выбегать прямо под машину. А в чем прикол-то? Я помню, со школы, что ли, или с универа, не помню, шел. У нас такой забор огражденный был. Ну, естественно, там внутри стройка шла. Я слышу, прям кто-то сигналит. Я вот так из-под забора выхожу. И чувак просто на десятки, ну, не знаю, на километров, ну, по ощущениям, 45-50. Ну, то есть, ну, нормальная, нормальная скорость. Он просто вот так за рулем. И он прям летит вот так. Причем вот так руками показывает. А я не понимаю, что за хуйня. До меня только потом доперлось, что у него отказали тормоза. Он берет, выворачивает резко руль вправо, вылетает на бордюр и прям в этот забор на стройку туда улетает. Зрелище очень стрёмное. Но вроде живой остался. А, что там прям совсем... Ну, блядь, мне кажется, это очень странно, страшно, когда тормоза отказывают. Ну вот, пацаны, премиум ТикТок заказывали. Ребят, ну нет. Куда ты, блядь, собрался? Блядь, вот там скорость, а. Я ее когда первый раз увидел, ну такая красотка вообще. У меня все стало. А сам себе завидовал. Мы такие были оголодавшие, что у нас в первый день знакомства все это и получилось. И это было просто отрыв башки. Даже в порнофильмах такого не бывает. Мы еще и порноактеров можем поучить, как заниматься этим. Я ее когда первый раз увидел, такая красотка вообще. Это что за... У меня все стало. А сам себе завидовал. Мы такие были оголодавшие, что у нас в первый день знакомства все это и получилось. И это было просто отрыв башки. Даже в порнофильмах такого не бывает. Мы еще и порноактеров можем. Бля. Да, ну вот, я прям раздухарился уже. Ну прям смешно-смешно, мне нравится. Так, бля, сейчас какая-то дичь вылезет по-любому. Сейчас что-то вылезет.
Смотрите, там, кстати, чувак реально едет на машине. Слушай, а может это подрывной был? Вот он заезжает. Да это, походу, подрывной был. Ох, ё-моё, а чё это такое вообще? Что за пры... Что это было? Надо праздновать последнее 1 июня в моей жизни. И у меня вылетел ТикТок. Слушайте, у меня сейчас такая мысль влетела. Типа, вот на секунду представьте, вот просто вот вы... Вам остается жить... Вот я помню, как моему дяде сказали, что ему осталось жить месяц. И он умер через месяц. А что вообще в голове может происходить в этот момент? Что можно делать вообще? Просто остается жить там неделя, две недели, месяц. Кажется, это стрёмно. Бля, прикиньте, инопланетяне такие летят, говорят, бля, Билли, я хочу ссать, он заебал, мы сейчас еще не долетели, бля, говорит, да я хочу ссать, он говорит, да давай, блядь, залетим на Луну, начинает ссать, и чувак какой-то просто с этого, с телескопа нахуй на низ смотрит, ну ты скоро, да дай мне поссать, блядь. Да, Рили, что это такое летало, что это вообще было? Опа, есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, там хорошее что-то идет, карпушка, наверное, ребят. Первая поклевочка. Ну и поклевка зверская. О, у меня сердечко заколотилось. Иди сюда, братик. Иди сюда, на резиночку давно я карпов не ловил. Давай. Давай, дружа. Блин, на рыбалку что-то захотелось так. Тут уперся под берег. Ну, давай. Потихонечку, давай. Давай. Пошел. Ну давай, не томи, дядя. Так, подсачка, где моя подсачка? Подсачку в воду. Вот хорошо, голову купил до подсаки с этим, с поплавками, что плавает, не тонет. Ух ты, блин, начал сопротивляться под берег. Ну, мне уже не держится, там выход резкий. Вот он. Первый. Ух ты, ё-моё. Да там хороший карпик, ребят, видите, вон он. Тихонечко. О, есть, показался. Есть. Сейчас мою подсачку. За подсачку. Блин, я на четвертый крючок. Ну ты не мог на первый клюнуть. Иди сюда. Ну давай, ну. Опа. Фух. Есть. Шар в лузе. Да хоть рыбку покажу. Ух, бомба. Красивый карпушка. Слушай, ничего такое. Опа! И, короче, надо поехать на рыбалку, я так понимаю. Эй, Стас, может быть, немножко попидрим сегодня? Да, давай, я не против. Адам? Возьмете меня в свою компанию? Конечно, но единственное, не вписывается Алиска. Нет, я вписываюсь так, как надо. А что ты будешь делать? Пидорить вас. Эй, Стас, может быть, немножко попидрим сегодня? Да, давай, я не против. Адам? Это такое ощущение, какой-то Скайрим, как будто играешь. Меня в свою компанию. Конечно, но единственное, не вписывается Алиска. Нет, я вписываюсь так, как надо. А что ты будешь... Что тебя не устраивает во мне? Ну, давай, расскажи. Как так можно обердить или пердить, вонюль? Фу, меня сейчас вырвет! Я думал, ты мне это скажешь. Что тебя не устраивает во мне? Ну, давай, расскажи. Как так можно обердить или пердить, вонюль? Фу, меня сейчас вырвет! Я, короче, недавно, пацаны, такого смачного выдал, Поле чуть не умерла там в комнате. Думал, ты мне это скажешь. Я сейчас это увидел. Что тебя не устраивает во мне? Сейчас вспомнил. Ну, давай, расскажи. А я еще что-то похавал такое, блин, не знаю, что-то с фасолью, что ли, что-то связано, не знаю. У меня прям это... Вырвет! Я думал, ты мне это скажешь. Очередями, короче. Итак, всем привет на второй день на работе. Фух. Знаете, куда мне надо ехать сегодня? Здорово. В деревню Петрушино, блядь. По названию уже понятно, что это всратый Мухосранск.
ноет, зато я получу 700 рубасов. Охуеть. Да, недолго они у меня были белыми. Эх. Ебать. И куда я нахуй приехал? Яндекс.Навигатор показывает мне идти вот сюда. Неудивительно. Сколько ты так орешь, нахуй? А тут местный Шрек, походу, где-то живет. Ну, навигатор мне показывает сюда идти, блядь. Бля, если я упаду? Выбора у меня нет. Ебать тут сколько, бля. Итак, всем привет, нах. Второй. Бля. Я думал, продолжения будет, нет? День на работе. Знаете, куда мне надо? Друзья, вот смотрите, самая настоящая Библия. Открываем Левит. 11 глава. Здесь Господь Моисею и Аарону говорит, кого можно кушать, а кого нельзя кушать. Вот. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им так же, ешьте, не ешьте, там, разъясняет. Доходим вот до этого места. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрезаны. Ну, я читал это, я понял. Я просто думал, сейчас что-то такое скажет, типа, чего я не ожидал. From the chandelier. From the chandelier. From the chandelier. What a swing. Swing. From the chandelier. From the chandelier. I want to swing from the chandelier. Ну вот, кстати, если ему потренироваться, и вот этой девчонке, у них очень неплохие голоса. Это просто придуривается, на самом деле. Я думал, это чувак из фильма «Зелёная книга». Или как? Не, не «Зелёная книга», а этот. Побег из... Блин, нет. Ну, короче, его на электрическом стуле еще хотели... Это, убили. Забыл, как называется. Напомните, пожалуйста. Вот он. Настоящий пельмень. «Зелёная миля», да. Да-да. С головы уберите все здесь. В смысле, чё? А, это шапка, что ли, такая вот? Я не поняла. Шапка вот эта, да? Ну. Она у вас не застряла? Где? На голове. Вы откуда? Я откуда. А-а-а. В дурке не стоите на учете? Ну, по... ну уже как... нет. Какие вопросы? С головы уберите всё здесь. В смысле, чё? А, это шапка, что ли, такая вот? Я не поняла. Шапка вот эта, да? Ну. Она у вас не застряла? Где? На голове. Комментарий, где там что продемонстрировал, что ничего не застряло. Вы откуда? Я оттуда. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса. Мало тиска. Ну давай, после. Много бахну. Тик-таков спустя. Hey, ну так неинтересно. Так и я могу, дедуля. Ну, дядя. Бля, не многовато ли тебе вспышки для твоего организма? И горчица, и цибуля, блядь, и еще и чеснок, блядь. Бля, ты горчицу такую купила, зай, пиздец. Тупо нахуй, блядь. Я не знаю, нахуй. Она одна, сука, ебальник трескается. Это хорошо? Блядь, ой, блядь. Не знаю. Цибулька, горчица и чеснок, нахуй. Мне кажется, он сейчас не только каких-то этих микробов себя в организм поубивает, но и сам желудок нахуй сожгет. Если тебе понравилась нарезка, обязательно поставь палец вверх, напиши комментарий. Я желаю тебе всего самого хорошего, мой дорогой друг.
До новых встреч.